Давайте, как включить творческий режим? Это будет впадина Нищуганова. Все, поехали, ребят. Поехали. Summon Ender Dragon. Я трогал за жопу кого? Правильно, никого. Не заслужил. Давайте, как включить творческий режим? Ребят, как включить творческий режим? Скажите мне, пожалуйста. Все. Game Mode 1. Я знаю, что я хочу сделать. Все, наконец-то. Короче, ребят, я хочу сделать уникальное... Я, поскольку я не могу сделать это, ну вот, обычным способом, я решил сделать уникальную достопримечательность. Я, короче, ребят, решил сделать тут впадину дьявола. Я, короче, хочу вот так вот прорезать вниз и полностью заделать динамитом озарение, словно линеечку вниз. Все это время ты жопе тихо посмотрел и прочитал человека Бензбоуна, а весь этот высер и тому подобное. Это все хитрый байт Джокера. Развел Гоев. Нет, я не разводил Гоев, все неправда. Все. Смотрите, ребят. Смотрите. Это будет величайшая впадина. Бепс, подними донаты, чтоб фигню не писали. Уже надоело это слушать, и тебя расстраивает. Сейчас подниму, ребят, сейчас подниму, подождите. Я как? Блять, хотел сказать лава. А как от лавы избавиться? Блять. Ну ладно, давайте. Сейчас, как тут динамит искать? Где тут динамит, ребят? Поиск. Динамит. О, найс. Бепс, передай привет брату. Он сейчас на фронте, точнее в госпитале после ранения. 8-й год в Луганском ополчении служит. Аркс, это его любимая игра была. Посмотрел твой видосик и снова вдохновился. Хай. Хай, дружочек-пирожочек. Аркс. Выздоравливай. Ну, Аркс. Аркс и моя любимая серия роликов. О, найс, поехали. Бэпс, а будет стрим по Таркову? Не знаю, может быть, когда-нибудь. Все, поехали, ребят. Это будет впадина Нищуганова. Великая знаменитая впадина Нищуганова. Все, найс. Найс. Меня, кстати, зовут Василий, если кто не знал. Я Вася, да. Все, поехали, ребят. Поехали. Я вообще предлагаю начать играть в доту с донат-треками. Устроим тебе гачи дискотеку с бразильскими мальчиками. Был бы бэй, стал стрей. Меня голем убил за то, что его динамитом жахнуло. Все. Смотрите, ребят. Великая впадина Нищуганова. Вот оно, ребята. Вот оно. Великая впадина Нищуганова. Так, ну мы ее не доделали до конца. Хайман Лисенджир, Ненис Гефюрер. Как ты советовал, мисс Друзья Нинжук, те черниха. Видя отправлен тебе на почте. А ты знал, что у Иван Васильевич меняет профессию? Есть три продолжения? Не знал. Не знал. Наверное, тот, который новогодние там были, да? Да, блядь, да шо ж. А шо лава? Как от лавы избавиться? Как... Ладно, давайте сейчас сделаем ниже вот тут. Вот. Тут, небось, лавы нет, да? Все, найс, погнали. Все, погнали. Ты самый лучший умный фурифашист. Как бы сказал твой подписчик. Я бы сказал, что бы тупой, лысый, жирный фурифаш фанат аниме, эти вещи не про тебя. Не обращай внимания на какие-то удачи, Борис. Спасибо большое за добрые слова. Ой, блядь, куда? Выпал из мира. Все хорошо, ребят, как говорится, дайте мне 3 дня. Все, сейчас все закончится. Все, сейчас, ребят, закончится. Сейчас я сделаю. Великий кратер Нищуганова.
Короче, и это будет контент. Я лечу болезни с помощью ингалятора. Это разные вещи. Я не употребляю наркотики. Поехали, ребят. Все, погнали. Пошел контент, ребзя. Кстати, подчеркивание циркумфлекс, нормальная тема, циркумфлекс, подчеркивание. Ой! Нихуя. Ну-ка, давайте прыгнем вниз, посмотрим. Ну да, выглядит интересно, на самом деле, все. Выглядит, я бы даже сказал, замечательно. Но я сейчас что-то подумал, сюда все жители падать будут, ребят. Поэтому мы сейчас поступим, ребят, немножечко по уму. Народ, давайте челлендж. Не донатить буксу полчаса, отчет пройдет через 5 минут, а кто задонатит после того, Жека впадал, заберет и будет играть с тобой в доту. Все, давайте так и будет, ребят. Все, не донатим. Так. Все, ребят, у меня есть гениальная идея. Мы сейчас это место заделаем. Смотрите, ребят, все. Никто не будет падать, это не я, кстати. Смотрите, ребят, все. Мы сейчас это место заделаем. Привет, Бурбур. Хочу передать привет маме, бабушке и тете Зине. Всем хай. Если смотришь, и тебе привет. Всем хай. Всем нашим. Бабушка, дедушка тоже наш. Все. Мы сейчас это место заделаем. И никто падать не будет, ребят. Так сказать, накрою саркофагом. Все, видите? Чел, давай иди отсюда. Колем. Ну ты куда лезешь? Все. И будет красиво, и будет стильно. Такой, знаете, вот действительно достопримечательность Нищуганова. Деревянный саркофаг над пропастью во ржи. Все. Смотрите, ребят. Вот теперь никто мне слова против не скажет, то, что я не гений. Вот вы создавали что-нибудь такое, ребята, в Майнкрафте? Мне кажется, нет. Иди давай. Я могу как-нибудь погнать? Ой, блядь. Иди. Давай, иди. Все, найс. Так, найс. Все, хорошо пошло. Вот, ребят, вот оно. Все, смотрите. А? Ну скажите, что я не гений. Скажите, что я не суперразумист. Смотрите, ребят. Вот оно. Вот он контент. Вот оно, вот. Если ты действительно сделаешь видос или стрим по Mass Effect, мир станет добрее, воздух чище, люди дружелюбнее, все зависит от тебя, вождя. Согласен, все будет хорошо. И Fallout, и Mass Effect, все, ребят, глядите, вот оно, ой. Блять, а вдруг это у меня таблетки-то действуют, может я просто с ума сошел. Может быть я сейчас воспринимаю это как норма, это нихуя не норма. Может я реально уже пизданулся. Который все движение, ты можешь подвесить жителя воздуха и поводку. Ты можешь подвесить жителя поводком на забор в воздухе, подвесить его над ямой, и физика будет как на тарзанке. А как мне это сделать? Подожди. Сейчас, подождите, ребят. Сейчас я доделал, хочу посмотреть на эту красоту сверху. Вот он. Великий нищугановский саркофаг. Смотрите, ребят. Ну скажите, я гений?
Скажите, я гений, ребят? Вот скажите мне, я гений? Я же натурально гений. А? 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 И все. Как же я умен. Ты можешь призвать яйцежителя яйцом. Призывание. Привязать поводком к забору над высотой, убрать под ним блоки и будет висеть. Подожди, я понял, что ты имеешь в виду, наверное. Подожди. Вот смотрите, ребят, сейчас будет столб позора. Смотрите, столб позора, ребят. Вот так. Подожди-ка. Типа вот так, да, сейчас? Минуточку. Так. Как там яйцо? Там же яйца есть, да? А вот крестьянин. Во, призыв крестьянина, ну-ка. Ага. Понял. Понял. Так, тогда подожди. Подожди, тогда подожди, надо... Надо чутка пониже сделать. Во, найс. Во, хорош, мега хорош. Все, так. Поводок, да? Поводок же, да? Саркофаг для контента после моцарелы. Ты там даже голема говна чисто оставил, чтобы все по полочкам складировал. Да какой, блядь? А, тут мне говорят, надо забор. Понял. Саркофаг для контента. Так, ну-ка, забор. Да какой, блядь? Во. А как? Подожди, а чем? Надо высоту повысить значительно, чтобы он не разбился, а сверху поставив блок забора, за него заклепишь веревку. Понял. То есть еще выше. Ладно, чем? Прям тарзанка, что ли? Блять. Вот так, да? Так, сейчас. Теперь вот так. Ну-ка. Сейчас, подождите. Да, блядь. А как? Подождите. Это не работает на жителях, только на животных. Да, блядь, да прочти ты чат. Сейчас прочитаю, подождите. Это, походу, не работает отверстие. Придется подвесить овцу или свинью какую-нибудь. Ну все, ладно, все. На жителях не работает. Ладно, все, я понял, ребят, я понял. Ладно, давай. Живой, нормально. Все, я все сказал, ребят. Вот и все. Вы довольны? Вы довольны, чат? Вы довольны? Опять этот нацист едучий терроризирует жителей, совсем стыда и совести нет. Хотя можешь не отвечать, все и так очевидно.
Космическая программа Украины под названием «Сало в небо». Осуждаю. Нельзя так, ребят. Джингл беллс, джингл беллс, джингл ол зе вей. Тра-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та-та-та. Джингл беллс, джингл беллс, на-на-на-на-на. На-н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 а. Ой, как хорошо. Давайте еще свиней тут наспавним, кстати, чтобы побольше свиней было. Все. Дроны Украины настолько неконтролируемые, что их надо привязывать, дабы не улетели в США. Хватит. Какие дроны Украины? Все. Все. Вот. Вот, смотрите, ребят. Вот. Нищуганова. Смотрите. Вот она. Все. Плодородная Нищуганова насрал свиньями. Все. Вот так, ребят. Вот так. Вот так. Вот так. Живут Америка с Европой. Вот так. Вот так. Но у нас все через... ББ, став скульптором реальности, теперь песню. Будет мучить Олега всеми существовавшими способами. А если серьезно, кончай страдать хуйней с читами и начинай делать хоть что-то интересное. Все, я перестаю страдать хуйней, ребят, все. Саммон. Эндер. Драгон.